Кажется, что только вчера мы с вами познакомились с Виктором Николаевичем Сульяновым, с его работами, с его взглядами на спортивную адаптологию. Будучи профессором, кандидатом биологических наук, он посвятил свою научную деятельность именно спортивной адаптологии. Его знают как простой обыватель, посещающий тренажерный зал, так и профессиональный спортсмен. Человек, который изменил мировоззрение, взгляды на жизнь, открывал нам глаза на бред и мифы, существующие в физиологии, в спортивной физиологии, на то, что нам годами впаривали до того, как мы ознакомились с работами самого Виктора Николаевича. Лично я считаю, что это большая потеря для всего российского спорта в целом и для простых людей, таких как мы с вами. Не буду перечислять всего того, что сделал Виктор Николаевич, о чем мы с вами узнали благодаря ему. Основной его вклад в том, что он нес простым людям простые понятия, как грамотно заниматься физической культурой, спортом, чтобы получать результат, чтобы не навредить. Это самое важное, что только мог делать человек, будучи настолько грамотным, насколько был Виктор Николаевич. Лично я и подписчики моего канала выражаем искреннее соболезнование друзьям, близким, родственникам Виктора Николаевича. В память о Викторе Николаевиче я не буду больше выкладывать до следующей недели видеороликов на канале. И объявляю траур для всех тех, кто знаком, кто только знакомится с трудами Виктора Николаевича. Берегите себя, друзья, берегите своих близких. Сегодня мы с вами живем, радуемся жизни, а завтра уже можем не проснуться. Давайте жить и начинать каждый день с позитива, с того, чтобы сделать как-то этот мир лучше, даже просто проснувшись и улыбнувшись этому миру. И поверьте, он улыбнется вам в ответ. Будьте здоровы!